Всем привет! Вы на канале Крутая Белка Эмма. И сегодня со мной моя помощница Таралай. Сегодня у нас будет на обзоре куколка Твайлет Монстер Хай. Даже не одна кукла, а целых две куклы. Так как они у меня еще в упаковке, какую мне открыть куклу, напишите мне в комментариях. Я посмотрю и я открою ту, которая наберет больше комментариев. В этом видео у нас будет обзор кукол, а также у нас будет сравнение новых кукол Monster High и старых кукол Monster High. Я буду сравнивать нашу Таралай, которая у меня уже открыта. Вот такие вот у меня сегодня будут куклы на обзоре. Это Твайла и Таралай, как я уже сказала. Такая девочка. Эти куклы все из коллекции «Монстры в саду», «Крылья подружек», «Бабочек». Также из этой коллекции у меня есть девочка. Вот она, маленькая. Кто не смотрел прошлый обзор, посмотрите. Вот она такая маленькая. Вот. И также у меня есть Клео. Вот такая вот тоже. И вот она. Ее очки достались по наследству Таралай, которые хорошо ей идут. У каждой куклы из этой коллекции идет какой-то декор в виде аксессуара. И, например, у Таралай есть очки, у Клео тоже есть очки, такие вот. Вот, а у Твайлы есть ободок такой в виде тараканчика с ушками такими. Вот. И в этой коллекции три подружки, которые у меня уже есть, и также три маленьких такие феечки, и самое главное, такая девушка в виде дерева, с такими листьями еще. Давайте сначала рассмотрим куклу Твайлу. У куклы Твайлы есть очень красивые бирюзовые волосы, которые очень хорошо отливаются на солнце, но на камере это не видно. Вот. Также у куклы есть прядка таких сиреневых волос. Вот. На голове есть красивый ободок в виде жучка с такими усиками. Вот. Они чем-то похожи на ушки у кролика или зайчика. У куклы есть платье такое темно-фиолетовое с паутинками, также бабочками. И есть такая сеточка серебряная. Красивые переливающиеся вот такие крылья, тоже с жучками и всякими разными тут узорчиками. И красивая изюминка куклы – это такие бордовые, яркие туфли, которые очень хорошо сделаны. У нее есть такие шнурочки. Также Таралай и Твайла идут без поставок. Теперь давайте рассмотрим Таралай. Таралай – это кукла из семейства кошачьих, и у этой куклы есть такие рыженькие ушки. У куклы ярко-рыжие волосы с такой изумрудной прядкой волос. Есть такие вот серые очки тоже с такими усиками в виде жучка. У куклы есть платье такое темно-черное с такими узорчиками на платье золотистыми, оранжево, такими тоже голубыми, бирюзовыми. Есть вот такой вот шлейф, такой красно-бордовый, и сеточка. У куклы есть тоже своя изюминка, это такие ярко-коралловые туфли на каблуке в виде такой кости, вот, и ножку обхватывает такой паучок с такими лапками. А
теперь давайте сравним разных кукол из разных коллекций, более новые детализации и более старые детализации. И давайте начнем. Первое, что хотелось бы рассмотреть поближе, это лицо. Оно одинаковое. Вот, хотя у некоторых кукол новое лицо, оно такое более округленное. Вот, то есть у кукол не изменилось лицо, да. Также макияж разный. Глаза те же такие изумрудно-зеленые. Носик у куклы прокрашен, а здесь вот нет краски. Также усики есть у двух кукол. Пальчики рук такие вот красивенькие, тоненькие пальчики. Вот у этой куклы они такие, как настоящие руки. Кисти рук, сами руки, они такие худенькие. Вот у этой куклы тоже такие. Вот ножки. В бедрах они такие, как маленькие. Вот здесь они такие более побольше, вот, сделаны. Здесь тоже сделаны так, одинаково. Также хочу дополнить, что у старых кукол такие пальчики не маленькие, хрупенькие, более детализированные в ноготках, то есть видно все. А здесь пальчики более такие, как бы, больше сделаны, вот, и такие овальные. Тут прям такие острые коготки. Вот, и также волосы у кукол такие ярко-рыжего цвета, с такой прядкой нежно-розового, как оранжевого, вот, и сделаны такие леопардовые тигриные полосочки. Ой, также у куклы такие же волосы, такие рыжие, вот, такой изумрудной прядкой, вот, которые идут во всю длину волос. Буду ждать от вас комментариев, какую куклу мне распаковать и открыть поближе. Вот, если вам понравилось это видео, то поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Всем пока-пока!